Уважаемые телезрители, телеканал ТВ представляет прогноз погоды на 1 апреля. Я Олег Шагданов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Поздравляю жителей Бурятии с Днем Смеха. По республике смещение активного холодного фронта, мокрый снег и снег. Местами сильные снегопады, усиление северо-западного ветра до 20, местами порывы до 26 метров в секунду с резким понижением температуры. Температура воздуха по северным районам ночью минус 2,7, днем минус 4. По центральным районам ночью минус 4,9, днем от 0 до минус 5. По южным районам ночью минус 3,8, днем от плюс 1 до минус 4. В столице Бурятии временами мокрый снег, ветер северо-западный 13-18, порывы до 24 метров в секунду. Температура ночью 5-7 мороза, днем 1-3 мороза. На автодорогах республики города Улан-Удэ сильная гололедица, снежные накаты. Атмосферное давление будет расти до 715 мм ртутного столба. С 4 по 8 неделю эмбрионального развития у всех людей есть хвост, который впоследствии исчезает. Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шагданов. Да, прав был старина Дарвин.